Ребят, всем доброго дня. А я нахожусь в салоне автомобиля Hyundai Solaris. Понижение цены на него. Напомню, родной пробег 128 тысяч километров. Комплектация максимальная. Коробка передач автоматическая. Штатная заводская магнитола. Климат-контроль. Мультируль. Полный электропакет. Электрозеркала. Подогрев зоны покоя щеток. Подогрев боковых зеркал и подогрев передних сидений. Год выпуска у автомобиля 2011. Коробка передач автоматическая. Родной пробег 128 тысяч километров. Состояние отличное, без вложений. Кому интересен такой автомобиль, обращайтесь. По стоимости 580 тысяч рублей.